Всем привет, друзья! С вами Троликс 12, и сегодня у меня, для меня, радостная весть. Наконец-то я смогу скрафтить усилитель крутой, который я хотел скрафтить уже очень-очень давно. Этот усилок состоит из частей, которые довольно-таки трудно достать. Вот первая из них, это фиксатор Certus. За ним я бегал дольше по той причине, что чтобы его чертеж приобрести, вам нужно было в глаз Солярис у уточки получить звание инструмент, а также перед этим нужно было получить звание у Юдико, звание товарищ в объединении Солярис. Все это взаимосвязано, и только тогда, когда вы будете уже, когда выполните эти два вот условия, что инструмент и товарищ звания, вы сможете приобрести у уточки этот чертеж. Для того, чтобы его создать, нам понадобится троицола 5, система отражателей, тоже очень редкая штукенция, 1, потом энтроплазма, это 11, 10 надо, тисмаркиз 5, создаем. Так, следующее мы ищем Шраксан, подложку. Ее достать было более легче. Ладно, вот призма Шваак, она тоже будет нужна. А, не хватает еще Девар и Шер, этот надо сделать. Камни, ладно, сейчас доделаем, они у меня есть. Значит, ищем теперь подложку Шраксан. Вот она. На нее надо тоже много ресурсов. Огонек Цетуса 15, мозг Норги, сплавы, и это все, конечно, мелочи, но вот огонек Цетуса, да. Их надо бегать, искать, собирать. А чтобы сделать призму, у нас Девар Эшер. Сейчас посмотрим, хватит ли у этих Деваров Эшеров. 15, а надо 30. Да, хватит, сейчас еще один сделаем. Все, быстренько скрафтили. Это хорошо, что есть в наличии. Здесь также нам потребуется мозг Норги, Верид Маркиз и Девар Эшер. Все, делаем мы Шваак. Теперь ждем час. И можно будет собрать этот вожделенный усилитель. По-моему, на данный момент, как я слышал, это самый лучший вариант. Если вы не согласны с этим, прошу вас в комментариях написать ваш вариант усилителя. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. С вами был Троликс 12. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте, что завтра состоится розыгрыш в прямом эфире. Кто еще не участвует, переходите по ссылочке внизу на видео и пишите комментарий, участвую со своим ником. А также ждем вас на форуме. Всем пока!